это не концерт новогодним праздником, как может показаться на первый взгляд. Полсотни харьковчан пришли в ДК «Электротяжмаш» на кастинг. Весной в Харькове планируют запустить народный проект «Поющая площадь». Вячеслав тоже хочет выступить. Сейчас демонстрирует свои таланты перед жюри. Говорит, это для него не в новинку. Мужчина уже успел поучаствовать в нескольких шоу талантов. Пение, именно вот народное такое, оно сейчас мало-мало-мало. Оно так падает-падает, а надо стараться поднимать выше-выше и выше народное творчество. Я не в состоянии, как говорится, давать оценку. Пусть зритель даст, пусть жюри даст нашему выступлению. А там мы всегда за выступать. Покорять жюри пришли певцы, музыканты и танцоры. Эти девочки танцуют в местном коллективе. Надеются тоже попасть в проект. Показать решили свой любимый номер. Ну, как мы долго уже занимаемся, долго ходим, долго репетируем. Мы ко всему концерту всегда относимся по-особенному. Народный проект «Поющая площадь» пройдет в первой столице в начале мая. Как рассказывают организаторы, они соберут 5000 человек, которые будут петь, танцевать, рассказывать шутки и читать стихи. Среди них выберут и самую красивую участницу. Остальных, кто не пройдет кастинг, пригласят на площадь в качестве группы поддержки. Отбирать таланты организаторы планируют каждый месяц до начала шоу, а в качестве жюри пока выступают сами же зрители. Раз народный у нас проект, следовательно, мы смотрим как от народа, понимаете, как вот вроде это народ смотрит. Профессионалы подключатся потом, когда мы будем в сотку лучших отбирать. Сейчас мы отбираем в 1000 и в 2000 лучших. Организаторы проекта надеются попасть в книгу рекордов Гиннесса. Ведь по планам на главной площади первой столицы должно собраться больше 20 тысяч человек. Яна Танчак и Борис Буцевич, медиагруппа «Объектив».